Так, это, всем здорово, с вами снова на связи СВДЖ. Как-то давно я со своими друзьями поиграл в игру Among Us. Следовательно, я из этого сделал монтаж и предлагаю вам его посмотреть. Также, раз многие на ютубе имеют наглость выпрашивать лайк в начале ролика, следовательно, я тоже поимею наглость выпросить лайк в начале ролика. Соответственно, ставьте лайк в начале ролика. А еще здесь может быть ваша реклама, это так слово. Ладно, хватит болтать, давайте лучше смотреть. Кристя, она у меня уже месяц. Ничего не знает. Сказала, что Степуха не пришла, и Сева тоже сказал, что Степуха. Сева сказал, что Степуха не пришла, я сказал, что Степуха не пришла, но я не говорил, что я ее не купил. Я тебе сказал, что она у меня есть. Это Сева. Без Степухи вообще ничего ни во что не играет. Так, глюк это у нас... Это я. Это глюк. О боже, с ушками. Ребята, вы в чат вообще не смотрите, да? Я смотрю. Нет. Чай. Ну, блин. Дабл-ю. Дальше. Капа. Дальше. Д. Дальше. Ф. Блин, это же... ВКДФ? Уже 8 человек. Уже все, новый пишите. Не надо писать новый, я понял. Вот поэтому мы и говорили, легче создавать свое. Ладно. Все, давай. GF. Крис, сначала сделай закрытую, потому что иначе никак. Давайте новый. BAIVFF. BAI. Уже не надо. Ладно, ребят, какая карта? Ребят, как... Я говорю, что, блин, таким образом ты не произойдешь. Ребят, давай, какая карта? Получится. Ребят. XVH. Давай, сейчас получится. XVH. XVH. QVF. QVF. Все, Сева, тут есть еще место и для тебя, если ты зайдешь. Если успеешь. Есть, он успел. Я не предатель. Да, предатель of the game. Типа он был с нами, это не он. Черт. Ну тебя, кстати, спалили, Макс. Тебя мог белый спалить. Не белого пытался убить. Ор на глазах. Кто где? Белый спалил, как Макс меня убил. Я случайно. Я случайно пытался сажать белого, а Сева подсунулся за место белого. Сев, не выполняй задание за... За этого, за... Призрака? Да. Пошли меня убьешь. Пошли меня убьешь. Нафига? Потому что, блин, чтобы никто не видел. Иди сюда. И в винты уходи. Убивай меня, уходи в винты. Белый знает просто кто. Надо желтого мочкануть будет. Кстати, да. Это происходит. А, кстати, если я умер, я все равно могу посылать. Мое изображение, мое сообщение отобразилось или нет? Нет, ты же мертвый. А, ну скорее, значит, другие мертвые могут видеть. Отлично. Нормально, желтого подозреваю. Мы его кикнули, эти вот. Так я заметил. А потому что нужно объяснять, а не писать просто оранжевый. Но он сказал, что... Но он сказал, что на его глазах, убили. Малолетние дебилы. Это оранж, точно. Это черный. Короче, Макс, мы втроем остались, просто проголосуй черного и ты выиграл. Белый, да ладно. Как снять игру? Редиска тут. Он может быть подозрительным. Ну вообще он не сделал таски, съебал. Я таски сделал. Ну, он тут стоит.
Просто если он убьет, то как бы так его я спалим. Поэтому и говорю, уходим втроем. Он не может убить сразу троих. Угу. Либо я. Либо фиолетовый. Это что так? Окей, голосуем за редиску. Всегда не люблю редиску. Редиска, у вас и на пост. Следующий уходит фиолетовый, походу. Ну, короче, да, это был фиолетовый, и дальше не особо так интересно. Давайте я вам лучше покажу мою игру за импостера. Ладно. Крюмейт! Кто предатель? Кто предатель, Сев? Ну, могу сказать, что один из них я. Сева, ты один из импостеров? Да. Только тссс. Это не красный. Он бегал со мной. Делал... У меня еще верхний этот инжин. Тот же таск. А, у меня тоже есть такой таск, да. Да, ёшкинс. Да, ёшкинс, свет чертовы углы. Отличненько. Окей, мне в мидбэй скан, кстати. Паник пошел на провода. Пошли. На камеры. Сева, кто второй импостер? Санс. Понял. Санс репортил на собственное тело, что? В смысле? Твой скафандр какой с альпином, так стоит. Скип просто. Скип? Ну скип, так скип. Да ёшкин сын, почему не кабельно? Так, надо панику выносить. О, Сев, я к тебе загружаюсь с моего этого. Взрыв реактора, пошли чинить реактор. Сейчас, у меня должен таз закончиться, я не... Идем в электричество, у меня тут есть таз. Все, пошли. Тебе куда? Submit scan. У меня тоже есть midbase scan. Ни хрена себе, сколько убили еще двоих. Когда? Точно не красный, он с нами был. Нет. А, Максим постоянно рофлит, я понял. То скафандр, теперь это. Местная развлекательная программа, Максим. Так, ну я якобы проверился. Сева, убей Максима. Да нет. На самом деле мы закончили бы раньше, если бы он убил тебя, пока я сканюсь. Или меня. Просто меня, по-моему, во время скана нельзя убить. Во время скана можно убить. Ну, я пока что думал не трогать. Но Максим опять опоздал. Не, я подрубился. Где? Тебя тут не видно. Тебя тут нету. Желтый с бананом. Желтый. Ты нейбор? Не оборон. Не оборон. Да. Не оборон, ебать. Сука, барон Мюнхгаузен, блядь, зашел в чат. Если я желтый, то я буду бегать с бананом на голове. Успел. Привет. А где... Стоп, нас не 10. Это баг. Нас 10, нас четверо. Нас 10. А у меня показывало, что нас четверо. Да, потому что мы все стали один за другим. Да не отрубайте этот чертов свет. Короче, за синего, ребят. Окей. Он, блядь. Сейчас он окажется мирным ярным. Не, он сказал, я на карточке. А на карточке мы были. Втроём. А на карточке нас трое. Опять, здесь Петрушка стоит какого-то фига. Петрушка. Пошли. Петрушка со мной. Именно оранжевый. Нет. Есть с петрушкой на голове, а их две... Что? И кому захотелось салат?
Мне тоже кажется, что это черный, потому что я его вообще не видела ни разу. Точно. Ребят, нас осталось пятеро. Трое из нас это мы. Мы в любом случае выиграли, если выгоним их обоих. Doesn't matter. Кто первый уйдет? Просто пропустим. Короче, сначала крысосисочка. Да. Окей, давай крысосисочку. А потом оранжевый, если не. Мы в любом случае выиграли нас трое, просто. Если не черный, то там ты. Вас импостер. Ну все. Как приятно. Сева, становись сюда. Становись сюда в уголок. Ёб твою мать. Да здесь человек. Человеческая многоножка. Теперь черный. Я сейчас подойду. Антик пришел и потерялся. И выш. Так еще че за нахуй. Обычно ливают те, кто кому не дали импостеры. Я и Луна, импостеры. Крюмыть. Кормим нашего глюка. О, свет выключили, заебись. Да? О, свет включили, заебись. Too slow, try again. Too fast, try again. Too fast, try again. Accepted, thank you. Уйди отсюда. Если ты их убьешь, я тебя зарепорчу. Два квеста. Погнали. Оп. Меня убили. Нормально. Дядя, ты шо? Какой противный ник. DCGSGV. DSGSGV. Пару раз просто долбанулся. Подожди, не, ребят, у него в нике есть SGV, то есть Social Justice Warrior, это все, это хуйкос. Я же говорю, он противный. Говорю, кто шагает дружно в ряд? Сатанист, так я наш отряд. Я наш отряд. Нормально, блин. Кто шагает дружно в ряд? У чувака вообще тупо яичница на голове. Че, об электричестве есть у кого такое? У меня. Сейчас посмотрю. У меня проводка. Так. Шоу труп в электрике. Ой, блин. Как обычная электричка. Я со всеми бегала. Коричневый за мной потом был. Именно вот буквально до того, как труп нашли. Я за черного, короче. Я тоже. Окей. С белым и красным. Я не видела, чтобы черный забежал с нами в электрику. Ребят. Вас нот ин импостер. Мы лохи. Так, ребят, среди нас импостеров нету. Голосуем. Их двое Бедные дети, они еще не знают, что мы в любом случае выиграем. Пусть космос тебе будет супом. Короче, голосуйте в коричневого быстрее и все. Желтый булет. Ты нам не нравишься. Ты нам не нравишься. Так, мило. У вас ин импост. Сейчас. Жан. По-моему, сейчас такой, какого черта я бы сюда попал? Что происходит? Нам нужно твое яйцо. Сева, то, которое у тебя на голове. Когда мы уже точно знаем, что мы выиграли. Начинается жесткий рофл.
Ага. Когда импостеры начинают выть в голосину. Жесть. Ну это, снова всем здрасте, здесь конец монтажа. Следовательно, как обычно, всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась данная нарезка видеофрагментов, значит, я хочу попросить с вас лайк. Снова попросить лайк. Может и не снова попросить. Короче, лайк поставь, все, достал. А еще поделиться роликом с друзьями, потому что почему бы и нет. Также подписывайся на канал, либо ты, либо еще кто-то. Все подписывайтесь на канал, если вам тут нравится, и жмите на колокольчик. В описании есть нужные ссылки, кому нужно. Вот. А я буду, значит, так сказать, закругляться и потихоньку покидать данный видеофайл. Следовательно, мы еще увидимся. Не болейте и всем пока!